Национальный авиаперевозчик увеличил стоимость авиабилетов на международные рейсы на 10%. При этом представитель компании подчеркнул, что авиабилеты на внутренние направления пока не будут дорожать. Добавим, что национального авиаперевозчика и до этого обвиняли в том, что у них слишком дорогие билеты. В связи со снижением курса тенге на международные направления была произведена корректировка. Изменение обменного курса отразилось на финансовой деятельности компании, потому что 70% продаж происходит в тенге. Но при этом 65% расходов идут в иностранной валюте. Повышение, корректировка вот это на 20%, которая произошла, она отразится на финансовой деятельности компании, потому что структура доходов такова, что 70% продаж происходит в тенге, в национальной валюте, а при этом 65% идет расходы в валюте. Самолеты закупаются, и расчет сейчас идет все тоже за запчасти, за лизинг самолетов тоже в валюте.